происходит после смерти? Существует ли реинкарнация? Существуют инопланетные жизни? Существует энергия, что создала Вселенную и управляет всем живым и неживым? Люди называют его Бог. Кто здесь? Итак, друзья, я нахожусь в данный момент в съемочной деревне. В этой деревне снимают фильмы, снимали фильмы. Крайний фильм, который здесь сняли, это «Холоп». Также здесь снимали сериал «Гоголь». До того, как построили здесь съемочную деревню, здесь была настоящая деревня, еще во время Великой Отечественной войны. Ее сожгли, эту деревню, вместе с ее жителями. Поэтому, друзья, я сюда приезжал, и в этом доме реально была паранормальная активность. После того, как я выходил из этого дома, здесь просто будто бы ожила вся деревня. Здесь скрипели все вот эти створки, все двери. Просто была жесть. Так что, друзья, кто не смотрел мои видео, ссылки в описании, переходите и смотрите. Ну а сегодня, как я обещал в тот раз, я приехал сюда с ЭГФ. Так что сегодня я проведу сеанс ЭГФ. В этом здании, там, где происходило больше всего паранормальной активности. Так что, друзья, сейчас я подготавливаюсь, и мы начинаем. Вот, внутри я не показал, но это, как я уже говорил, вы можете увидеть все в предыдущих видео. Вот эта лестница. Так. Все, я установил сейчас камеру основную. Вот мой ЭГФ. Я сразу заготовил несколько вопросов. То, что многие писали, заготовить сразу вопросы. Так. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Странно, свет ЭГФ сейчас ведет. Походу, после падения того, что с ним не то. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? В общем, друзья, сейчас происходит полная жесть.
Это просто пипец. Сейчас возьму камеру. Сейчас эту камеру отключу. Как я могу вам помочь? Какие ворота? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Что за тихо? Вы еще здесь? Последнего EGF, который сейчас было. Я думаю, что это фантомное воспроизведение тех событий, которые уже были. Так, куда мне идти? Потому что они не отвечали мне конкретно. Я думаю, что вот когда они говорили «помогите», «откройте ворота», они и это воспроизведение того, что было. В общем, как бы эхо прошлого, можно так сказать. Сейчас, подожди, попробую. Я считаю, что так. Это, ну вот первое вот эти ответы на вопросы. Я опять же не знаю, кто это был, но странно одно, то что когда я начал спрашивать про ад, они мне не отвечали. Ну, либо что-то отвечали, но переводчик не срабатывал. Как-то так вот, друзья. Сейчас я сидел, наверное, часа пол. Никто больше мне не ответил по ЭГФ. Поэтому вот все, возвращаюсь домой. Потому что я реально просто уже устал очень сильно. Дорога дальняя еще. Как-то так. Всем пока.